Всем привет! Хочу поговорить про компромиссы. Совместная работа с лошадью – это всегда компромисс, так же, как совместная супружеская жизнь, например. Не бывает такого, что один другому все, а другой первому ничего. Поэтому нужно научиться находить компромиссы с лошадью такие, чтобы все были довольны. Вот у нас, например, с лошадью компромисс, я ей разрешаю пастись под верхом, но при условии, что она не замедляет скорости, не меняет аллюр и не сильно отклоняется от траектории. И лошадь это прекрасно знает и ест только ту траву, которая, ну, как бы почти сама лезет в рот. Она не останавливается, не втыкается в траву. Даже когда повод вот висит, я держу его одной рукой. Не успела. Когда мы гуляем с лошадью в руках, у нас существует примерно такой же компромисс. То есть можно есть. Так, Бел, нет, по траву не учиняй в колхозном поле. Можно есть, но нужно продолжать идти. Поэтому вот так вот и гуляем. Вот. Но если мы куда-то целенаправленно идем, вот, то есть я не разрешаю. И лошадь это прекрасно знает.